принципе, хорошая игра была, да, хорошая скорость, игра уровня плей-офф, финала даже, да, я бы сказал. Здорово сыграли вратари, как бы, ну, может, где-то уже сыграла усталость, да, мы как бы там, у нас половина уже по три матча сыграла, поэтому где-то немножко накопилось. Ну, как бы, интересный матч вышел, я думаю, болельщикам понравилось. Слушай, а как, что вообще скажешь о сыгранности команды, об этом интересно узнать, потому что тут уже первого числа как бы и плей-офф начинается, собственно говоря, и новых ребят очень много. Что об этом скажешь? Чувствуете уже друг друга? Потому что матчи, если честно, знаешь, такие все сложные получились довольно. Это как-то связано с тем, что действительно состав очень обновленный? Ну, как бы с этим тоже, конечно, связано. Много новых ребят пришло, как бы еще у нас есть время и постепенно сыгрываемся. Мы все профессионалы, поэтому нам, в принципе, плюс-минус, там, неважно, с кем играть, все, как бы, там, быстро поговорят, одна-две тренировки, и что-то будет получаться на поле, поэтому у нас еще есть время, я думаю, все будет хорошо.